Платье без единого шва за $1000. Украинский дизайнер создает в Америке коллекции одежды, с которыми участвует в модных показах в Вашингтоне. Как из ничего создать свой бизнес за границей? Секрет своего успеха раскрыла Заряня Степаненко. Вашингтонская неделя моды. Наряды от лучших дизайнеров США, в том числе украинки. Я почти отказалась участвовать в последнем показе и делать эту коллекцию, поскольку мы только переехали в новый дом и не было физической возможности. Ирина Левкович училась в Киеве на педагога и никогда не думала о дизайне. Но родила ребенка и стала искать работу на дому. Галерея была, я пошла туда на курсы. И мне показали, как из шерсти можно сделать цветочек. Я сразу перешла тоже на валенки, на какие-то. Я раскладывала на кухонном столе. Потом создавала одежду. Делала ее тем же способом, что и валенки. Без швов. Выкладывала волокна и скрепляла их обычной водой с мылом. Вот это одна из первых моих работ. Хотите примерить? Конечно. Чувствую, пальто село на мне отлично. А главное, что его почти невозможно порвать, ведь нету ни одного шва. Но проверять, пожалуй, не будем, потому что вещь стоит $1000, то есть больше 28 тысяч гривен. Ручная работа и авторские технологии. Ирена их придумала уже в Америке, куда переехала вслед за мужем, журналистом. В Штатах создала первую дизайнерскую коллекцию. Кроме теплых вещей из шерсти, были и легкие. До меня никто не делал таких летних платьев. Оно невесомое, вес этого платья может быть от силы вместе с шерстью, вместе с шелком 100 грамм. Заказов из Европы, США, Украины тысячи на полтора года вперед. И тысячи учеников. Педагог по образованию помогает американцам осваивать дизайн. Это платье я сделала по Ириной выкройке и купила у нее онлайн выкройку и технологию, как делать описание. И это платье, это вот последняя, в принципе, вещь, которую я сделала. Тоже по Ирине выкройки. Мастерица усовершенствовала технологию и новой коллекции обещает удивить на следующем показе. Из Вашингтона Заряна Степаненко, Леонид Попович. Сегодня Американское бюро канала «Украина».